Вот здесь у нас располагается наша музейная комната, собрание, так скажем, экспонатов наших местных жителей. От древних костей до советской техники. Пожалуй, вся история поселка Юг хранится в помещении 2 на 4 метра. Экспонаты собраны благодаря жителям. Один из самых последних подарков – окаменелая кость. Нашел он далеко, на реке Бреме. Она не похожа ни на осиную, ни на коровью. И мы сделали вывод, наверное, это мамонт. В музее большое количество предметов быта разных эпох. С момента возникновения поселка Юг в 30-х годах сохранились ремесленные принадлежности, рабочие инструменты медеплавильщиков, ткацкие станки, мебель, которая изготавливалась в поселке в советское время, а также первая электроника. Музей уникален тем, что тут можно буквально прикоснуться к истории. Например, послушать музыку на пластинках. Или изучить старинный документ. Этому больше 100 лет. Далеко не каждый музей может похвастаться возможностью подержать в руках экспонаты или изучить документы минувших эпох. В этом и уникальность, которая притягивает интересующихся историей людей. Однако самые частые гости музея в поселке Юг – это дети, которые чуть ли не раз в неделю приезжают группами из разных соседних населенных пунктов. Роман Лобурец, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта».